Здравствуйте, у нас на обзоре маленький люк 28 на 28 размера. Это производитель МПК, модель Vision Vent S Pro. S отличается от его старшего брата M тем, что люк сам маленький. Такие люки чаще всего устанавливаются в туалетных кабинах и душевых. Рассмотрим его внимательней. Здесь мы видим внутреннюю сторону люка. Люка та, что доступна у нас из салона. Вот у нас москитная сетка, солнцезащитная шторка. Обратите внимание, она с наружной стороны фольгирована, чтобы отражала солнечные лучи. Сам люк у нас вот такой, с двумя ручками. А вот еще у нас панелька, кстати. Когда мы монтируем люк, сначала крепим вот эту панельку крыши, а на нее уже легкими защелками крепится основная панель. Будет получено. Так, здесь у нас две ручки. Вот такой у нас люк в поднятом состоянии. И также эту крышку можем наклонить на любую из четырех сторон, в зависимости, как нам хочется. Крышка также двойная, можно заметить. И этот люк также с принудительной вентиляцией. Здесь у нас ложбинка под герметик. Этот люк монтажными винтами не комплектуется.